Как я заработала на iPhone 13 всего за 2 недели? Просто посмотрите, какой он классный! А я всего лишь удаляю плохие комменты. Сейчас все расскажу. Скачиваем приложение Работа.ру. Находим вакансию менеджер онлайн-проекта. После отклика тебе скинут аккаунт с видосами, где нужно будет удалять негативные комменты. Я работала дома по 3 часа в день, и у меня получалось примерно 5000. Я, кстати, парню такой же подарила. Зачем я учился все эти годы? Для чего нужна школа? Если я могу скачать приложение, сидеть дома, лайкать комментарии и получать 5000 рублей в день. Так, где мои 5000? Как же хорошо, что среди нас есть такие добрые, бескорыстные люди, которые не пытаются наебать. Ведь если бы это не маленькая девочка, я бы не знал о таком замечательном заработке. Какое вправду удобное приложение. Так здорово, я уже вижу, как я начинаю зарабатывать, да. Вот, 5000 уже почему-то сняли, да. Но это, наверное, аванс. Ушел от меня, потрясающе. Здравствуйте, начальник, привет, да. Слушай, я увольняюсь, да, соси, член. Ух ты, и вправду, приложение по поиску работы, как тут все удобно. А где эта работа за 5000? А, так вот же, да, что это? Да, грузчик за 5000 рублей в месяц. А где тут работа, чтобы дома сидеть и 5000 получать в день? Ну, наверное, мне позвонят обязательно. Я вот сейчас положу сюда в сторону телефон и буду ждать. Странно, почему-то не звонят. Наверное, на обеде все. Ну ничего, подождем еще чуть-чуть. Сука, блядь, наеба! Сергей Федорович? Здравствуйте. Вы представляете, меня только что кто-то взломал и позвонил вам с моего телефона. Вот. Алло. А, ну. Наверное, занят.